Наверняка у вас больше всего вопросов и интереса вот к этой продукции, к ресницам. Как же они будут выглядеть? Сейчас буду показывать вам наглядно. Я уже нарисовала себе стрелки подводкой из наборов. В каждой упаковочке идет вот такая подводка. И сейчас буду вам показывать. Итак, вот хваленая магнитная подводка. Обратите внимание на ее кисточку, тонкая. Вы уже привыкли к такой кисточке, у нас были всегда такие подводки. Очень легко рисуется стрелка, я уже заранее нарисовала. У меня на глазах есть тушь, но ничего страшного, это нам не помешает. А сейчас я буду показывать вам наши ресницы, начиная с естественного оттенка. Итак, берем коробочку и сначала проверяем, как у нас реснички снимаются. Вынимаются они очень-очень легко, легким движением руки, тоже прикреплены на магнитные ленты. Оп, смотрите-ка. И я делаю, прикладываю, и реснички просто примагничиваются к стрелочке. Смотрите, я хочу обратить ваше внимание, что реснички могут быть длиннее вашего глаза, а это значит, что, возможно, вам потребуется чуть-чуть их подрезать в длине. Вот смотрите, это естественный эффект. Давайте вторую тоже наденем. Для меня они, конечно, чуть-чуть длинноваты, но выглядит здорово. Естественный эффект очень хорошо смотрится. Я думаю, что на обзоры косметики буду всегда их надевать. Переходим дальше. Смотрите, снимаются тоже очень-очень легко. Вот такие вот реснички. Они более пышные. Поехали. Красота. Смотрится очень эффектно. Это, конечно, уже такой вечерний вариант. Глаза распахнуты. Обратите внимание, что вы всегда можете взять маникюрные ножнички и чуть-чуть реснички где-то, может быть, прорядить. Если вам нравится такой вот супер подчеркнутый вариант, то можете оставить его. И третий вариант, самый такой густой. Какой-то уже совершенно сценический образ, но вот такие вот кукольные глаза вы получаете с помощью набора самых-самых длинных и интенсивных ресниц.